Разыскивается женщина Булгар Венера Галиевна, 1940 года рождения. Она проживала по адресу город Казань, улица Павлюхина, дом 87, квартира 49. Она пропала 19 мая 2020 года в поселке Трубный Звениговского района Мариэл в 2 часа дня. Ее нахождение около моста через Илеть на трассе Ешкрала-Казань зафиксировала видеокамера. Предположительно, направлялась она в сторону Казани, но могла оказаться и в Чувашии. Страдает потерей памяти, документов и денег при себе нет. На голове была вязаная пестрая шапка в рыже-коричневых цветах, зимняя куртка зеленого цвета до колен, светлые брюки, на ногах серые дутики. Если вы что-то знаете о местонахождении пропавшей, сообщите по телефону, указанному на вашем экране.